новая движуха. Вон, в объектив смотрите. Новый день, короче, новая движуха. Так, сейчас покажу, что, короче, дома есть. Потом на другой камере на улице там что-нибудь другое поснимаем. Ну, давайте сейчас быстренько покажу фотки. Я, короче, бампер лепил, к сожалению, ничего не снимал. Отвечаю, вот когда... Ну, когда лично я работаю, что-то мне снимать, это очень напряжно. А, сейчас переместимся на дисплей телефона. Итак, братва, смотрите, вот такой вот бампер сделал. Это, короче, у нас обвес от ВАЗ-2114 АВР. И он, видите, сращен тут немножко. Короче, цель какая? Ну, сейчас я где-то... Так, это не то. Вот, я, короче, отрезал верх бампера, думал просто ровную поверхность совместить с ровной, но так не вышло. Но получается слишком низкий. Он и так низкий, 10 сантиметров примерно, вот видите. 5 кружочков по 20 сантиметров. Ой, по 20 миллиметров, то есть 10 сантиметров примерно у него свес остается всего лишь. И поэтому оставил только подфарники, вырезал. Решетка у нас тоже получается немного не совпадает. Но эту проблему я решил, там еще внутренность была. Я, короче, эту внутренность взял и, ну, нагрел и, короче, внутрь загнул. И получается все четенько. Кто видит трубочки, может потом как-нибудь обзор сниму. Еще пару штучек добавлю. Ну, я думаю, будет интересно. Так, ладно. Так, дудки, понятно. Ну, в итоге, короче, ну, вот так вот выглядит без фар. Получается, вот эта часть АВР-шного бампера легла у меня на отбойник. Ну, все четенько, короче, срослось. Тут, кстати, к сожалению, нету с полиэфиркой фоток. С полиэфиркой поинтереснее было. Ну, так примерно этот вид. Низ решетки чуть загнется внутрь. И будет, я думаю, ровно. Либо я еще подумаю, посмотрю, решетку поставлю, может, от новой, от старой Nexi. Они примерно одинаковые. Вот я длину померил, надо на своей еще померить. Так, это коробок победителю, кто участвовал. Так, это у меня Audi Style. Чуть позже поди сниму это подключение. Так, это коробок. Так, это с Инстаграма. Картинки. Вот. Вот он после шлифовки, шпаклевки, уже загрунтован. Ну, косячки есть, конечно, по покраске небольшие, потому что херовенько подготовлен. В идеал, конечно, было бы все это красивее. Так, вот наклеечки группы. А, вот, кстати, сейчас покажу. Вот сетки заказали металлические под динамики. Будут такие вот сеточки. Так, вот коробок по две двенашки, труба с подтаем, динамики тоже с подтаем. Ну, неплохой коробок получился. Так, и вот он крашеный обвес уже. Здесь кажется, что не в цвет, конечно. Вот здесь более-менее уже понятно, что в цвет. Ну, машина, понятно, грязная. В принципе, мужичок, который красил, сказал, без проблем. Если не подойдет цвет, то все переделаем. Так, вот видно вот здесь вот уголки. Нарощенные, то есть немножко сетки. Ну, там где сетка, там дырка оставалась. И вот здесь она получается немножко нарощена. Такие уголки. Не, ну в принципе бампер получился удачный. Нужно еще подумать, может противотуманочки интересные какие-то заказать и поставить. Так, это кольца заказали. Это Инстаграм, ну это картинка с группы, кстати, подписывайтесь в группу. Картинки, музыка, все дела. Так, ладно, давайте посмотрим тогда сетки, раз уж спалил их. Так, вот такие вот сетки. Так, где они у нас? Вот сеточки. SST, это Sound School Team. Типа череповецкая команда, звуковая команда, или как так переводится. Такие сетки не покрашенные. Ну, резку тут, конечно, надо еще все обработать, все зачистить, загрунтовать и покрасить. Будет ставиться, получается, не в подтай, потому что подтай, получается, здесь они где-то около 3-4 мм, 4 поди миллиметра. Плюс динамики, плюс кольцо еще проставочное, чтобы ход у динамика был. И при всем желании получится слишком большой подтай. Пускай лучше будет немножко сверху. Ну, то есть, вот как они есть, они вот на такую толщину будут торчать снаружи карты.
Я думаю, это не сильно критично будет. Кто что посоветует по цвету? Я думаю, взять флуоресцентную краску с какой-нибудь кислотной подложкой сделать. Ну, это еще в задумках. Либо может череп покрасить в белое, а все остальное в черное. Ну, не знаю, подумаю еще. Там типа с брызгами крови, там, как все дела. На крайняк вообще все закатаю просто в черный. Это на крайняк. Так, такие сеточки тут 10 пар. 10. А, нет, что пизжу-то. 8 пар. Здесь 8 пар сеток. Блин, чайник кипит, ладно. Пойду чаеху налью. Еще по движухам, короче, пришли мне эджи, которые я заказал в нашем любимом магазине 12 вольт. Сейчас будем троллить эджи. Так, это компрессионные твиттера. Ой, твиттера. Ну да, твиттера. Твиттер. Ну, рупора, короче, компрессионные, так называемые. Не знаю, как они работают. Мне, честно говоря, вообще по барабану, как они работают. Звуком я не особо впечатлен. То есть, ну, как обычный звук. Ну, такие вот драйвера на феррите. Есть еще на неодиме. На неодиме дорого, мне денег жалко. Вот такие вот защитная крышка. Может, даже разберу. Чтобы с гарантией слететь. Так, этот лопух, короче, раскрыв, у нас откручивается. Буду под них кольца делать, так что кому надо, сниму размеры. Глубина около 10. Но глубину я, мне слишком много, 10. Поэтому я буду уменьшать глубину. Вот у них идет резьба, вот сама конструкция. Без лопухов они играют направленно громче, но с лопухами они, ну, короче, шире играют. Шире зона игры. Так они как-то больно в одно место долбят. Но это само собой. Так, вот раскрыв, кстати, насчет троллить. Смотрите, как вырезано центральное отверстие. Это не я резал. Это с завода. И причем на обоих так. Не знаю, чем они тут надфилем подпиливали, что ли. Ну, короче, суть какая? Суть, что мне надо глубину уменьшить. Во-первых, я сделаю подипроставочное кольцо в подтай. То есть подтай у меня будет переходить на лопухи на эти. То есть они получатся у меня примерно вровень с сетками. Я думаю, получится так. Сделаю. И обрежу вот эту вот херню, резьбу. Сколько тут? Ну, тут достаточно много. Обрежу резьбу, то есть тем самым сэкономлю глубину мне, чтобы они меня залезли. Так они, блин, длинноваты, конечно. По глубине. Что у них тут? Заявка 80 Вт РС, 240 пиковая. Минимая подключаемая 40. А подключал от магнитолы, ну, так. Как я сказал, уже не впечатлен. Что тут у нас еще? Гарантия какая-то. Что-то гарантирует нам. Так. Производство Китай. Ну вот 165 сантиметров. Ну, под 16 динамики. У кого, например, кто не хочет с рупорами париться, делать отдельные кольца, можно сделать, например, две пары 16 и один такой лопух, и порезать его низко. Не помню, конденсатора у них в комплекте нету. Если хотите, чтобы они играли ниже, то ставьте 3,3. Если хотите, чтобы вы выше, то 2,2 микрофарата ставьте. И, в принципе, все. Ну, вот такая коробка незамысловатая, как у Прайда, кстати. Это уже обычная бумага с печатью. Компрессионный Оривер. Про аудио. Особенно про аудио вот это отверстие, которое вырезано непонятно чем. Ну, естественно, я его поправлю, чтобы такого позорища не было. Аккуратненько. И думаю, может даже этот надпись Edge стереть. Я думаю, как и на всех остальных, на всей остальной продукции других брендов, я думаю, она стерется. Или вообще просто залью в тот же цвет, что и эти, что и сетки. Думаю, будет интересно. Или вообще сверху сетку на нее поставлю. Ну, хотя у меня нету больше сеток. Все-таки поди. Ну, что-нибудь придумаю. Может, так оставлю. Думаю, черные с черными картами нормально будет.
Так, ладно, что лед, воду лить. Едем дальше. Продолжаем дальше. Собрал еще, короче, вот такую штуку. Это у меня типа домашка будет. Не знаю, поставлю куда в угол. Вот так вот ставить, конечно, высоковато смотреть на монитор. Не особо удобно. Работает от блока питания светодиодного. Ну и все, это восстановлены динамики мои. Пищалки спаленые. И что тут у нас? Девбонс М80, еще М80. Здесь у него был залом. Не помню, за 1000 или за 1500 купил. Здесь был залом, я этим залил. Как его называется-то? Анакриладом. И здесь был порван. Ну, в принципе, это не критично. Тоже все залечили, залечил. Магнитола Пионер, которая у меня стояла, сейчас Sony стоит. Так, ну и что? Блин, а трек какой-то без авторских прав. Ну, можно с авторскими, но тогда мы чуть-чуть его зарежем. Секунд на 10, да? А то мне эти авторские права что-то напрягают, вообще жесть. У тебя не выгодно, у тебя не выгодно. У мужчин дела здесь не до истерик. В принципе, все, что мне важно, кроме... Будем вспоминать тебя через год. Короче, такая движуха. Сейчас стоп нажму. Такая движуха, все подключено тупо от магнитола. В принципе, можно я эту силка кинуть. У меня этого блока питания хватит. Сколько он у меня? По-моему, ну 30 ампер, я думаю, 4-канальничек какой-нибудь он без проблем потянет. Даже можно 2-канальник взять чисто на М80, а пищалки, в принципе, и от магнитола неплохо играют. Я думаю, будет и так четко. Ну, в принципе, мне так нравится. Вот сидишь, ну реально, когда навалить охота, сидишь и, блядь, вот когда напротив, прям, не знаю, прям в груди что-то долбит. Цыкает. Так, что, давайте группу вам покажу, что ли. То есть никто не подписывается. Так, вот группа. Подписывайтесь. Вот недавно человек выиграл короб. Вот такой вот коробок. Ну, в принципе, я по телефону уже показал. Так, коробок. Также, не знаю, что, ко мне подписывайтесь. Где моя эта страница? Вот моя страница. В принципе, я про бампер уже фотки выкладывал. Уже кто подписан, уже видел. Ну, этот еще. И также уже здесь можно и послушать, как играют. Ну, вот, в принципе, компоненты. М80. Как эти патриотовские, патриот Нео, короче, рупора и пионеровская магнитола, в принципе, все, что. Вот такая вот байда. Кольца раскрывы, не забываем. Ну вот, короб под пятнашку. А, вот штуку еще делал. Недавно делал, короче, история такая, тупо. Ну, а, я короб собирал, короче, короб собираю. И мужичок что-то на удюхе приехал. А, так вы видели, поди, да, под пятнашку я как раз собирал. И что-то с ним разговорились, говорит, этот, дай мне пару, говорит, колец. Я говорю, без проблем, бери. Ну, эти большие от пятнашек. Потом говорит, блин, типа, вот хочу сделать для этот, для кота чесалку. Я говорю, блин, ну, для когтей, или как она там правильно называется. Я говорю, да, давай тащи, типа, трубу. Что тут, труба 60-ка, по-моему, или 50-ка. Потом вот этот канат. И вот дорожку он там какую-то дал. Ну, коврик. Ну, в принципе, вот что из этого получилось. Я думаю, нормальная чесалочка. Не помню, сколько он сказал, такая чесалка. Маленькие, короче, стоят что-то там штуку вроде. Говорит, такая, так, не знаю, рубля 3, говорит, дал бы. Но ему обошлось все намного дешевле. Так, что у нас тут? 1024 человека. Не знаю, что они подписывались. Кстати, вот на моей странице еще литий разыгрывается 23 числа. Не знаю, когда видео выйдет это. Если материала насобираю, то думаю,
блин, 22-го. Ну, наверное, еще успеете репостнуть до 23-го. И 70-ку Литя выиграть, кто автозвуком занимается. Вот тачка Урал. Урал мою тачку репостит. С музычкой. Да, кстати, есть нормальные треки. Есть что послушать. Ну вот, в нашей группе также можете зайти. И я стараюсь раз в неделю, даже чаще, выкладывать вот подборочки. Также автозвук БУ продается. Вот подборочка. Вот подборочка. Думаю, не, музыки тут и картинок, думаю, всем хватит. Так что не стесняйтесь, подписывайтесь. Подписывайтесь. Так, ладно, едем дальше, что зависать-то. Да, братва, еще не все. Дома еще есть что рассказать. Короче, мачету притащили на ремонт. Сползла катушка. Катушка сползла. Так, это у нас, кстати, вот терминал у него отломался, но это не я отломал, это он. Что-то слабенькие какие-то терминалы, ну, подложка терминалов. Ну, кому интересно, не знаю, напишите, разберу, расскажу, что к чему, что у него хоть есть. Я думаю, тут не больше двух шайб, пару шайб, ну, в принципе, рассказывать тут нечего. Так, это катушка 2 плюс 2, также они есть 1 плюс 1, но... Здесь 2 плюс 2, но сюда 1 плюс 1 не влезет круглая медь. Так что я заказал плоский алюминий. И человеку соберу данный сабвуфер на плоском алюминии 1 плюс 1. Мачете спорт на температурной катушке. Так что пока откладываем. Не знаю, через неделю поди катушка придет, пока в этом. Ну, в намотке делают ее, изготавливают. Так, и децибел у меня пришел 12-й, 2-й. Первый, у меня где-то есть видео, разборка, можете посмотреть. Там недалеко, видео 3 или 4 назад было. Так, так что обзор его делать не вижу смысла. Короче, друзья, продинамил вас 23 февраля, извиняюсь. Бля, несколько дней прошло уже, что у нас получается сегодня? Сегодня уже 2 число. Так, ладно, бог с ним. Литий, не литий, там все равно кто-то. По-любому бы ты не выиграл, как и я. Так, пришла, короче, подвеска, ну, часть была уже, и пришла подвеска, короче. Так, по подвеске что у нас? Взял SS20 шоссейные, блин, вот так вот, SS20 шоссе, что-то не особо я ими впечатлен, потому что, например, на масляной Каябе и то металлический вот этот кожух, здесь он пластиковый. Также взял отбойники сразу, верхний, нижний, ну там что-то рублей по 50. И вот эти вот сварочка, конечно, тут не особо впечатляет, внушает доверие. Ну как меня уже заверили, блин, ну давай фокус, фокус лови. Короче, не хочет. Вот. Как меня заверили, что одна капля полуавтомата выдерживает, по-моему, до 500 килограмм. Думаю, этого хватит. Так, также взял, короче, проставки. Верхняя, нижняя, нижняя или верхняя, это здоровая, которая. Сколько тут, 25 миллиметров, 2,5 сантиметра. Тоже что-то рублей 500 вроде стоит. А, о, 300. Смотрите, короче, все артикулы вам сразу скажу. Так... Ну, видите, да, артикул вот сверху AMD, или не вру. Вот артикулы. 61, 79, 844 и вот следующий. И видите, пружинная верхняя, нижняя подкладка. Так, взял усиленные пружины Phobos. Сейчас тоже вам артикул покажу. Кто не знает, это на Nexus, короче. Так, артикул, где он у нас? Поди вот этот. Вот это у нас поди артикул, если не ошибаюсь. Ну, короче, на паузу поставите, посмотрите, что тут больше на артикул. Похоже, что тут больно много разных наклеек. Набирайте, а вот. И цена 700. Короче, пружины проставки штука. И вот эти
аморты задние 3000. Да, он 2990. С резинками, короче, 3000. Так, что у нас получается? 4000 задняя подвеска. Ну как задняя, без сайлентблоков и так далее. Просто пружины, аморты. Так, надеюсь, что нынешний вес в этом году выдержит все это дело. Так, ну и все. А, еще чувачок, не помню, как зовут. Бля, обидится, скажет, блядь, переписываешься, не помнишь, как зовут. Он, короче, взял какие-то подушки. Короче, если он смотрит, пускай напишет в комментариях, какие подушки он взял для Nexi. То есть под пружины, по-моему, устанавливаются. Типа пневмы. Ну, не знаю, как они накачиваются. Короче, какие-то подушки. Я в этом не шарю. Ну и все. Это будет, наверное, в отдельном выпуске. Может. Также за эти дни сделал фары. Почему долго не выложил сразу видео? Во-первых, было недоснято. То есть, ну вот опять что-то показываю дома. Пару дней делал обшивки, два дня делал карты. Там чуть-чуть праздновал. Туда тоси-боси. Короче, такие дела. Сейчас, еще с Саней там короб делал. Сейчас, короче, к Сане поедем. Смотреть, что он там делает. Он крышу шумит, короче. И на этом поди закончим этот сеанс. Наш сеанс.